Короче, чат. Мы ожили. После кучи перезагрузок телефона. Я вообще не понимаю, что происходит, если честно. У меня из 150 гигов, которые на O2, осталось еще 142 гига. И мне совершенно непонятна эта ситуация. В общем, если у нас еще раз будет такое ужасное падение, то все, мы не будем возвращаться на это. Короче, уже и так все идет не так. Мы уже и так повсюду опоздали. Все мои варианты уже сейчас закроются. Короче. Ну там очень странная ситуация, реально. У меня показывает LTE все палки, а стрима нет. И вообще интернет не работает. Вот такие ситуации. С учетом того, что этот же самый интернет у меня отлично работал на Твичконе. Я не знаю, что происходит. И с чем это можно связать. Стараюсь не злиться, несмотря на то, что вся моя задумка, вся моя идея пошла по заднице. Дайте я губы подведу. Этот же самый нет прекрасно работал на Твичконе. Прекрасно работал. Там, где были сотни тысяч людей. Солдатуха подарил подписку Лонли. Спасибо большое, Солдатуха. Я сейчас губы подведу. Вы пока так сидите, чтобы вас не украли. Вот это ваша задача. Мы 2 часа просто занимались тем, что боролись с интернетом. Да, у меня отобразилось. Они очень нестабильные. И вот сейчас Стримлапс мне показал в уголке. То показывает, то нет. Сейчас я губы подведу. А кстати, сейчас вам расскажу. Помните, я хвасталась, мол, что вот у Мегафона сейчас клевая фича, и можно за 350 рублей в день в роуминге получить тот же нет, что у тебя дома, да? Ага. В общем, Мегафон решил, что это слишком жирно, и эту фичу обрубили принудительно с понедельника. То есть пофиг, что у тебя там подключено, что у тебя оплачено. Просто оп, и все. Я пропала. И вместо нее они ввели просто супер-гига-предложение. Просто ультра-крутое предложение. Они типа заменили вот эту фичу на это предложение. Значит, ребята, вот только вдумайтесь. За 1000 рублей, всего за 1000 рублей, вы можете получить целый гигабайт интернета. И там это, значит, так расписано, мол, вам хватит на весь отпуск. Вы просто, значит, усидитесь в интернете целый гигабайт за 1000 рублей всего лишь. Вместо предложения безлимит за 350. Мегафон? Не, ну так-то Мегафон лучший инет в России. Я могу спокойно об этом говорить, пока мне не предложили рекламу другие операторы, да? Вы гигабайт! И там, вот я прям зуб даю, что там не будет автопродления. То есть у тебя будет отваливаться, и тебе нужно будет заново подключать этот гигабайт за 1000. Еще вопрос, если можно будет это сделать. 250 рублей за 25 гигов и 1000 минут звонков. Ну, это у тебя не в роуминге, я думаю, Свет. Так-то у меня на Мегафоне в России сейчас безлимит за 1050 рублей. Слушайте, мне кажется, кстати, Инсайз обманул насчет вот этого тарифа, сколько там, а-ля 450 рублей у него в Самаре, потому что я специально пришла домой, я смотрела самарский сайт,
И там цена то ли тоже 1000, то ли 800 с чем-то. А он говорит 400. Не очень понятно. Привет, Эвген Лео. Привет, привет. Так, пока у нас полет стабильный. У МТС как раз сейчас 350 рублей. Вот, видимо, у Мегафона было так же, но они решили, что это слишком жирно. И убрали. Без лагов. Отлично. Без лимитки МТС 4. Ну, лассы, у МТС не очень хороший интернет, давай будем честны. Для стримов он не подойдет. Там главная фишка-то в покрытии, где 4G. Где LTE, а где нет. Дело же еще и в качестве интернета. По крайней мере, на территории Питера у Мегафона самый лучший. Черная дыра, корпоративный тариф. Он рос, привет. Короче, шар наш до 6. Мы уже туда не успеем. Благодаря пропаданиям интернета наш шар накрылся медным тазом. Так что я сейчас предлагаю вызвать нашу подругу Аню и вместе в четыре руки, так сказать, отправиться на поиски приключений. Можно, кстати, до достопримечательностей дойти. Наша задача – избегать крыш, избегать по максимуму каких-то закрытых пространств, чтобы не потерять это. Так, где мы можем с вами встретиться? Ань, извини еще раз за голосовой. В общем, я сейчас на Шлюхенштрассе сижу в садике. Там фонтанчик есть, от которого мне немножко хочется писать. Где мы можем с тобой встретиться прямо сейчас? Мы пойдем с тобой тогда погуляем, и потом уже попозже где-нибудь присядем покушать. Знаем. Ну, на самом деле, пока светло, днем выглядит как приличная улочка. Оренбургер-штрасса. Джордж, привет. Между прочим, чат, вот сейчас вы из-за этого фонтанчика тоже все побежите писать. Монро, привет. Я могу куда угодно сейчас подъехать. Ай, волосы мне все закрывают. Вот я зуб даю, ребята. Гопись. Зуб даю, что после фотки в Инстаграме, где я в футболке с надписью «Блины», спрашиваю вас про блины. Про блины. Про блины. Ух, смотрите, у меня мусорка на ладошке. Зуб даю, что вам захотелось тоже блинчиков. Фоткайте меня с мусоркой на ладошке. Терплю. Варден, не держи в себе. Не стоит. Так, Аня шлет мне голосовое. Что это вы на меня так поглядываете? Молодой человек на велосипеде. Я тут, между прочим, не одна. Со мной еще чатик. Так, что мне пишет Аня? Шлюхенштрассе, это очень смешно. Слушай, ну мне без разницы, я дома, то есть я, соответственно, если сейчас выйду, то минут через там 15 буду около Александерплац. Ты можешь подойти туда, и мы можем с тобой пойти куда-нибудь оттуда погулять, в сторону Каштанин-Аллея, где мы с тобой покушать хотели. Вот. Либо я могу приехать к тебе туда, где ты сидишь у фонтанчика. Чат, похоже, это его ребенок. Так. Мужчина, у вас там ребенок бегает, ну что вы смотрите-то, да, на нас? Ну, право слово, а? Короче. Почему так много людей? Ну, потому что теплый денек, все отдыхают. Это, да, мы сейчас на главной, ребята, мы сейчас на главной странице. Я давала заявку на главную, потому что у нас классный формат, подписчики управляют моим стримом, и он немножко пошел не так, как нужно, из-за того, что мы потеряли 2 часа, и основные локации, на которые я рассчитывала, сейчас закрыты. Ну ничего, у нас будет весело. Иди уже познакомься с
барячный. Ты что, не видишь вот этого маленького ребенка, который бегает за ним? Ты что, хочешь, чтобы я шла знакомилась с мужчиной с ребенком? Вы что, хотите нянчить ребенка? То ли дело, вот, восхитительные мужчины. Приветик, дядя. Дензер, привет. Знаете что, у нас еще сбился топ донатов. Блин. Вот здесь пропало. А почему, интересно? А потому что у меня стоит настройка из-за стрим, а не за день. Короче, что мы скажем Ане? О, ребята, давайте, решайте. Мы, значит, здесь, в компании с мужчиной и его ребенком, будем сидеть и ждать. О, смотрите, у него уже велосипед появился. Весь батя пошел. Короче, будем ждать Аню. Модератор, пожалуйста, голосование. Мы будем ждать Аню или сами пойдем к Александр Плац? Управляю стримом Дины. Стрим живи. Пегапонев. Спасибо, Паулер. Ребят, напомню, что по итогам сегодняшнего стрима я обязательно все соберу по кускам. По итогам 3 топ-донатера сегодняшнего дня получат у меня посылочки с магнитами, открытками, стикерами и конфетками. У меня уже все собрано. Фотка, это, кстати, байт на Телеграм. Фотка в Телеграме Дина Блин Телега. Идите посмотрите, очень красиво собрано, красиво выглядит. Вот. Пипегапони. Там уже есть голосовалка? Вы запилили голосовалку? Аня ждет. Ждет от нас решение. Она не знает, слушайте, чат. Аня не знает, что все зависит от вас. Короче, мы будем тут прохлаждаться, по круге походим. Аню здесь подождем или сами пойдем к Александр Плац? Там, где телебашня и тербыра. Ждем или идем? 2 минуты на выбор. А куда делся мужчина с ребенком? Чат, он, похоже, нас покинул. Ну, вот куда вы смотрели, а? Куда вы смотрели? Куда вы смотрели? Он сзади? Чего вы обманываете? Его нет сзади. Сзади стройка, чат, вы перепутали мужчину со стройкой. Горгос, привет. Восклицательный знак не очень. Мужчина пошел к площади красть Аню. Сейчас мы разберемся с ним. Чат, мы сейчас на главной, ведите себя прилично. Тем временем идет голосовалка. И голосуйте, пожалуйста, суперактивно. Еще вам минута на голосование. Можно мне перевернуть экран, пожалуйста? Как вот на этих ваших телефонах экран переворачивается? Никак, видимо, да? Ой, я записала какой-то войс, не знаю, что там внутри. Аня, я дам ответ буквально через 30 секунд. Так, Паша, давай, рассказывай, что там. Ей, магнитик, да вот такая я мелочная, ха-ха-ха-ха-ха. Спасибо, Саш. 54 за пойти. Ладно, окей, сейчас отправимся. Так, тогда мы там с ней встретимся рядом с телебашней. О, или можно под часами, это классическое место для встреч. Ань, в общем, давай встретимся у Вельтур, которые часы, ну эти кругленькие. И я туда сейчас выхожу. Собираем сейчас. Будем надеяться, что у нас не будет стрим-рип. Я так испугалась, там собака сзади. Я просто не ожидал ее. Она выпорхнула вот отсюда, из-за моей скамеечки. О, часы, да, чат, часы, готовьтесь. Тери-тери-ти-тинь. Да, Саш, я помню. У меня уже куплен для тебя. Димон, привет! Зул, здравствуйте. Все, Аня едет туда. А мы сейчас посмотрим. Я просто не хочу опять идти через Хакшемакт, чтобы как-то попытаться обезопасить себя от исчезновения интернета. Я сейчас посмотрю, как у нас есть другой путь.
Нет, я не боюсь собак, просто это было резко. Это было, ну, как примерно вот так. Вот примерно так это было. Александр Палц. Сиськи, привет! Испугались, Велгоплей, привет. Акулка, приветы. Короче. А есть какой-то вариант? Просто очень боюсь, что у нас пропадет. О, может быть, я смогу обойти здесь по набережной? Или не смогу? Короче, чат, нам придется рискнуть. А мы вот тут пораньше свернем с вами. Ладно, пойдемте. Готовы? Какая же удобная эта подставка, просто красотень. И как же мне страшно, когда я ставлю, что кто-нибудь сейчас схватит и бежит. Попробую обойти вот то место, где пропадал Иннет, по близлежащим улицам. Мне, кстати, кажется, что в Германии люди не... О, боже мой. Не очень часто стримят на улице. Доброго дня, один и любимый чатик. Зритель. Вот смог попасть на стрим. Ты еще из Германии. И все же, меня до сих пор терзает любопытство. Кто же из ребят-модераторов написал то стихотворение, когда они поздравляли тебя с ДР? Тхань, хорошего стрима. Спасибо огромное, зритель, спасибо огромное. Располагайтесь. Очень надеюсь, что... Блин, я боюсь переходить. Черт, вот, блин, в Питере я бы прибежала. Цикотно почему-то. Просто непривычно. Очень надеюсь, что удастся вас порадовать. И что мы не будем сильно залагивать. Карамель Кенди, приветы. Так, ну все. Переходим в абсолютно положенном месте. Кайна штрафом бита. Вот запоминайте, Оранбургерштрассе. Ауферштандин аусруинен кундерцу кунсу. А то не дай бог что, Паулер. Ну, Паулер, ты-то... Я надеюсь, ничего нехорошего делать не будешь, но кто-то тебя знает. Может, это кто-то тобой притворяется. Спасибо за донат. Так, держите меня в курсе по состоянию стрима. Если что, если вдруг у нас будет падать инет, я буду пробегать такие места. Понятненько, ясненько. К вами привет. Кстати, да, Нива, вот я уже ребятам говорила, когда мы гуляли... с парнями, они не поверили. Нивы безумно популярны в Германии. Кстати, как бы смотрите, здрасте, ага, две, комбо. Ну что, споем? Сын Нинди, Антон Тямы, Мельгласте, Инстерген, Бантун, Диаган, Зикус, Москан, Мунсин, Мельпути, Сыгуть, Мидир, Тавон, Зутрауми, Бентьер, Наризонт, Глитин, Уирина, Инеро, Волькин, Фронтуя, Инила, Униаус, Шнесуль, Дервин, Медь, Куч, Кунзбы, Иди, Убер, Шауми. Что-то Шаурми. Шаурми. Кранкенхаус, госпиталь. Спасибо, Саша. Блин. Смотрите, какая тихая улица, чат.
Вообще ни души. Вообще ни души. Только стрим крадется. Тормакет, привет. Москвич не видела пока. Туалет Дикси. Парни вот тоже очень смеялись над надписью Дикси. Ха-ха-ха, Дикси, ха-ха. Это же продуктовый, у нас тут Дикси туалет, ха-ха. Примерно так. Салатик, привет. Мото ТВ, пожалуйста, не проси о сабе. Ты чё? Ты не смотрел правила? У нас запрещено просить сабчики. Это незаконно! Ты нарушаешь тут, понимаете ли. Guten Abend, Смайл, здравствуйте. Смотрите, пока нам удается обходить. Ух ты. Места, где падал. Слушайте, это кровать. Чат, это кто-то выставил ненужную кровать. Смотрите. А, вот тут, смотрите, сломана штучка. Или она просто вывалилась. Короче, ребята, если кто в Берлине и вам нужна кровать... Дом 9, а улицу... Я не знаю, улицу скажу, когда мы подойдем к перекрестку. Собирайте кровать, ребят, кому нужна кровать. Я, пожалуй, приберусь за собой. Все, поспали, можно идти. Тащим кровать. Такая привезла в Питер кровать. Ну, это что-то типа раскладухи, наверное. Ну, хотя нет, это покрупнее, чем раскладуха. И лица наблюдают. Кровать захотела нашу. Они пишут, что будет минут через 15. Интересно, через сколько минут будем... О, велики на прокат. Мобайк. Но я брала другие, я брала от отеля. Еще есть танки, что-то там. Короче, очень много контор, которые дают велики на прокат. Так что тут уже от ваших предпочтений зависит. Ну и плюс можно осмотреть сами велики, какие-то тяжелее, какие-то легче. Плюс разное время аренды. И, соответственно, цены тоже отличаются. Где-то можно заплатить прям вот картой, где-то нужно регистрироваться в приложении и там оплачивать. Джуси Фрути, Фрути, что за тест? Короче, кровать вас ждет на Краусникштрассе. Запомнили? А мы сейчас по Гроссе Хамбургерштрассе пойдем. Большая Гамбургская улица. Опа. Красотень тут закралась. Напомню, что по вашему велению мы сейчас идем пехом на Александерплац. Встретиться с нашей Аней, подругой, живущей в Берлине. Ланнистер, привет. На самом деле, кровать вы можете забрать прямо сейчас. Не нужно ждать ночь. Если выставлено на улицу, значит не нужно. Ух ты, ставни. Так, надеюсь, никто не подумает так про мою машинку. Если вы выставлены на улицу, значит не нужно. Октавиан, привет. Слушай, Октавиан, ну, Берлин я вообще очень люблю. Берлин — это мой любимый город. Я здесь раньше жила, когда училась. Потом неоднократно возвращалась, как просто так в поездку, так и в командировках. Он классный. Он со своим собственным духом. Очень свободный город, мультинациональный. Для творческих людей. Подходит, как мне кажется, больше всех остальных городов Германии. Словно скольжу. Это сейчас тишина пропадет, Венненброк. Сейчас мы выйдем на более оживленную улочку. К
кстати, когда к нам присоединится Аня, можно будет позадавать более насущные вопросы, потому что она здесь живет и знает не только какие-то общие вещи, доступные приезжим, но и внутренние, так сказать, бюрократические, потому что ей же пришлось пройти через весь этот переезд, через кучу бюрократии. Захотелось. Блин, Аня, тут очень классно. Тут, вот знаешь, я приезжаю, и я чувствую себя как дома, что ли. Ты здесь можешь идти, можешь стоять, не можешь сесть прям на тротуар, на землю. И никто ничего не подумает, никто ничего не скажет. Просто каждый делает то, что он хочет. Тут очень свободно, что ли. И ты чувствуешь это прям каждой частичкой. Подождите. В смысле? Это тот парк, в котором мы сидели? Я что, просто круг навернула? Твою мать. Ладно. Ладно, окей. Почему нет? Сядь на тротуар, да запросто. Вот прям супер запросто. Где тут почище тротуар? Черт. Можно мне чистый тротуар? Ты не мог попросить где-нибудь, где было почище? Да. Вот, видите, и никто даже ничего не подумает. А вы теперь подумаете? Просто забейте в меня, дайте мне спокойно сдохнуть. Дина, ну не кричи, вот что ты будешь делать? Хы-хы-хы. Да, я не вижу, что надо. Саша, спасибо, Саша. Села и кричу. И как ни в чем не бывало. Просто чилю на тротуаре, почему нет? Очень удобно. Вас волен виртринген. Дизеркам фварланг вас волен виртринген ауфи дизензик. Вас волен виртринген. Дизеркам фварланг вас волен виртринген ауфи дизензик. Амагатлан сцейкер валан. Ауфун зеризахэшчу стермитунцам. Виртринген ауф луис карвала. Плюс тараляля один и три ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, все, посидели, отдохнули. Ребята, не шлите тогда-то на немецком, чтобы мне не приходилось петь. Понятненько, ясненько? Понятненько. Спасибо, Павлер. Так, я вижу, что там произошло что-то подписочное, но у меня не отображается, что именно. Так, что? Я на всякий случай благодарю вас за подписку, либо за подарок, либо за продление. А уж точно я буду знать, за что, когда вернусь домой. Мам, привет, Денис, привет. Там Белов, привет. Я только что поняла, что это... Чат, не смотрите, это магазин для взрослых. Мне сначала показалось... Я, значит, такая... стою в пробке из людей. Мне сначала показалось, что это зубные щетки в окне. А потом я поняла, что нет. Это были не зубные щетки, чат. Ну, конечно, как посмотреть? Привет, Генри. Ну, это, кстати, обычная практика, да, писюны в окнах. Почему нет? Свобода. Так, переходим. Переходим. Чат, смотрите, чтобы тут не пропал стрим. Если что, я пробегу это место. Держитесь, ребят. По какой-то причине на Хакшимак точно лагает. Мы сейчас прорвемся.
торопимся! Оздрек, да так и есть. С Инетом тут все очень плохо. Найн. Битте нихт. Чат. Вы тут? Там пристают к моей камере. Чат, спасите. Ив, привет. Мы вернулись? Рассказывайте, пожалуйста, тем, кто к нам присоединяется, об особенностях нашего стримера, стрима, каким образом происходит выбор активности. Ветер. Ветер. Вы заметили, кстати, как изменились дома? Опа. Панельки нарисовались. Это телебашня. Это вот как раз Александр Плац. Мы сейчас тут прорвемся через дома и окажемся там, где нужно встретиться с Аней. Опа, какой малыш. Ну, конечно, не фиатик, но тоже симпатичен, да? Симпатичен. Кипаска, привет. Берлин очень-очень разный в зависимости от района. Если вы смотрели, например, утренние стримы Инсайза, с того места, где он жил. Вы могли заметить, что там, ну, просто дома, дома, зелень и все. Это примерно район Вест-Энда. Или Вест-Кройца. Короче, самая западная часть, вот там неподалеку от места, где был Твичко. Вы можете уже сейчас почувствовать разницу в архитектуре при нашем передвижении по разным районам города. Ребят, модераторы, прошу, поясняйте, пожалуйста, людям, которые не понимают, что происходит с онлайном, поясняйте, пожалуйста, что мы на главной странице Твича находимся. Лыж, привет. Тяжело ли получать визу в Германию? Ну, я свою получала достаточно давно. Мне было совсем не тяжело, потому что у меня виза была от конторы. То есть у меня двухгодовую сразу сделали просто в компании, где я работала. В целом, я так поняла, особых сложностей не было у ребят, у других стримеров. По здоровью все хорошо, Лыж. Квами, ты хочешь в Германию поехать? Я думаю, в целом здесь по классике. Если туристическая виза, то ты прикладываешь соответствующий пакет документов, и проблем еще не будет. Так. Вот она, телебашня. Путь. Мы с другой стороны встречаемся. Сейчас найдем переход.
вами. Ну, лично я советую именно Берлин. Я была во многих городах, и в целом немецкие города достаточно похожи друг на дружку. А Берлин один такой, он прям стоит особняком и отличается. Ждем, пока светофорный человечек станет зеленым. Видите, он в шляпке. А теперь идет. О, Аня мне уже пишет, что она на месте. Сейчас где-то 22. Последние дни прям благодать. Вот, собственно, как закончился Твичкон, так началась крутая погода. Которое большинство как раз и определяет как самый центр Берлина. Александерплац. Ой, тут дует. Держитесь. Держитесь, дует. Открытая местность. Манул, Марина, как тебе? Сеймар ветром. Чеснок, к сожалению, в комбайне со стабом нет возможности прикрепить мохнатку. У меня стаб Осмо 2, где очень плотно крепление упирается в попку. Ну, я думаю, вы заметили, что у нас стаб, что у нас вот это вот не происходит, как обычно на стримах. На самом деле, я буду узнавать про вот этот новый микрофон, который делают Avermedia. Очень маленький, компактный, подходящий как раз для ARL-стримов. Буду искать возможность совместить его со стабом. Потому что я смотрела сетапы у зарубежных ARL-стримеров, и у них у каждого микрофон типа такого, в большинстве своем, я уточняла, использует Роуд, вынесенный чуть вперед, ближе к рту, чтобы получалось. И опять же с мохнаткой. Я уже рассказывала, там кто-то приматывает пауэрбанки прямо к палке. Короче, ребята извращаются для получения более хорошего качества. О-о-о! Ой! Денис! В нашем случае мохнатка — это просто мохнатка. Да, пишем капсом. Я вот уже показывала вам, чем прикупила к этому стриму. К сожалению, с колонкой у нас проблемы. Она почему-то не активируется во время стрима. Донаты через нее не слышны, донаты просто через телефон идут. Плюс у нас новая стойка для стаба, чтобы можно было горизонтальный бояр не ставить. Фордер казерни, форден грессинтор, штанта анилатерни умчстейт зинок дефор, зо вольн вирунс давидер зей, бадер латерни волен вирштей. О, горка. Вяйнст, лили марлен, вяйнст, лили марлен. Унзей бадер шаттен зан ви айнераус, дас вирзу липунс хаттен. Да, Земан Гляйраус, текст кончился. Барпаулер, пожалуйста, без немецких донатов. Кстати, вот так выглядит берлинское метро. Ну что, садимся? И поехали. Спасибо за донат. Так. Секунду. Телебашня. А там наверху есть вращающийся ресторан. Он вращается так медленно, что вы сейчас не заметите. Я пошутила. Ребята, это не метро. Это ж макет. Вы чё? Это даже не настоящий орёл.
Видите? Это не настоящий вагон. Мы с вами в метро спускаться ни в коем случае не будем, потому что нас точно вырубят. Растик, мам, привет. Такие поверили, что это настоящий вагон. Эх, чатик, чатик. Сейчас бы верить стримеру. В смысле? Я подошла к макету метро, и то у нас падал инет. Что за... Чьи-то за... Все, отлагала. Мы идем к Вельтур. Вам сейчас, наверное, не видно. Мы почти пришли. Вань, вообще это сейчас невысокий онлайн. Сейчас обычный. Аура плохая, да-да-да. Боже, что же будет в настоящем метро? Здесь вот отгрохали большой торговый центр. Я еще помню времена, когда его не было. Есть вот кинотеатр, всякие кафешки. В этом же здании находится Dunkin' Donuts, куда я иногда ходила в туалет. Ага. Нет, падает от самого слова метро. Блин, он опять упал. Нет. Реально, слово метро и все, и нет, падает. Срочно. А то сейчас надут нехорошее слово. В общем, ребята, это Александерплац. Здесь вы можете найти больше всего туристов, чем в остальных частях города. Тут турист на туристе, туристам погоняет. Вам вдули. Видите вот эти вот часы? Вот эти часы, видите? Вот где-то под ними нас ждет Аня. Мы сейчас будем ее искать. Еще волнует, что у меня второй телефон в заднем кармане штанов. Вдруг его цапнут. Следите, пожалуйста, за моим телефоном. Чат, вы видите Аню? Я не вижу. Аня! Опа, каруселька. А вот она. Здорово. Что ли? Привет, да. Чат, знакомьтесь, это Аня. Привет. Ань, все в порядке? Ты меня не заждалась? Да нет. Ну, я была к этому готова. Так, в смысле? Ты что, намекаешь на то, что я опаздываю? Нет, вообще ни разу. Потому что это клевета. Ой, мне нравятся твои блюдцы. О, спасибо. Ты сердечки налепила. Короче, дело к ночи. Давай отойдем. Мне просто кажется, что чату могла понравиться эта каруселька. Чат, вы хотите прокатиться на карусельке? На ней покататься, ты спрашиваешь. Вы прикиньте, ребята, в Берлине на данный момент нет нормального парка аттракционов. Модераторы, забацайте, пожалуйста, голосование. Карусель, катаемся или нет? Так, ну я не буду кататься. В смысле не будешь? Я не поняла. Ну в смысле? Там же дети одни катаются. Нас, кстати, могут туда и не пустить. В смысле не пустить? Пойдем. Смотри, там только дети, там, возможно, по росту что-то допускают. Да что за бред? Вон там взрослый мужик катается. В смысле? Нет, ну, он вообще без билета. Ну, потому... Это же заправитель карусели. Да ладно. Интересно, сколько она сорок? Как в Silent Hill, да, да. Так, идем изучать. 2,50. 2,50 стоит карусель. Почему, интересно, не отличается цена от детей и от взрослых? Ну, типа,
нормально, взрослому ребенку одинаково стоит. Да, я тоже считаю, что взрослым должно быть дешевле. Да. Блин, я хочу вот в эту шикарную кабину. Хотя нет, лучше лошадка, наверное. Так. Ой, подержи, пожалуйста. Вот это селфи-палка. Это стабилизатор. Извините. Как бы да, это, знаете ли, дорогое удовольствие. О, боже. Просто забейте в меня, дайте мне спокойно сдохнуть. Да, я привет, давай знакомиться. Хы-хы-хы. Это донат на стриме. Привыкай. То есть ты так в ночи стримишь, и у тебя вот это вот всплывает, да? Ну да, да, да. Так происходит. Аня, привет. Ой, привет. Привет. Вероника, Дина. Привет. Привет. А вы на карусель, да? Да, да, да. Мы тоже хотим. Мы тоже хотим, да. Наши не снимайте. Без Мигеля? Ну ясно, ладно. Так, ты будешь, да? Да, буду. Просто забейте в меня, дайте мне спокойно сдохнуть. 300. Все благодарим. Нет, не тракториста. Механизатора в ПО Боку. День респекту, уважуха. Что катает нас ПО Берлину, точка, хотя проветрились. Камеру просит. А что это на улице? Мне даже не дают вопрос задать. Ой, Дине не разрешают снимать в карусели. Непонятно, в чем проблема. Дерзкая кассирша. Так а что ей чат показывать? Она же ничего не поймет, она по-немецки разговаривает. Вероники, привет. Аню, привыкай, это ты с нами не каталась на общественном транспорте. Хи-хи-хи. Ты не снимала это все? Ты не снимала это я все? Я снимала. Ты меня снимала? Я тебя снимала. Я тебя снимала, она поэтому он мне и сказал камеру убрать. Я имею в виду сейчас, когда... Короче, он начал меня выталкивать, и я говорю, позвольте, я задам вопрос. Он говорит, нет, не надо никаких вопросов, подойдите. Я говорю, позвольте, я задам вопрос. Мы не собираемся снимать внутренности карусели, мы будем находиться на лошадке и снимать то, что находится вокруг. Она, отойдите, отойдите отсюда, никаких вопросов, идите отсюда, снимайте, что хотите, но не здесь, идите отсюда. Я прошу, позвольте мне, пожалуйста, прочесть правила, где это написано, что нельзя снимать. Никаких правил, не надо тут ничего читать, идите отсюда. Потом она привела меня на мужчину, и я спрашиваю, ну, позвольте мне прочесть правила. И он начинает меня просто отталкивать. Он начинает вот так вот меня выталкивать оттуда. Что за жесть вообще? Что за жесть вообще? В смысле, мы находимся на улице, это никакой не приват-плац. Алло! Ладно, Дин, пойдем. Шок-контент. Скандал, интриги, расследования. Просит видео удалить. Mm.
Говорит, что типа карусель находится в приватной собственности, поэтому нельзя снимать. Ну, фиг знает. Дина! Дин! Пойдем. Ну это жесть, ну а что ты с этим сделаешь? Ну. Пойдем. То есть они, у них даже нет, у них, понимаешь, нет никаких правил, написанных на листах, грубо говоря. Они просто делают, что хотят. Ну да. Но там уже люди взбунтовались. Чат, что за жесть, а? Скажите. Кстати, вам нужно переключиться на другую палку, чтобы подзарядить телефон. Сейчас, давай отойдем куда-нибудь, где можно присесть и... Короче, ты прикинь? Я ему говорю, типа, ну вы начали меня трогать, вы начали меня отталкивать. Он такой, вот, пожалуйста, вон там фургон полиции, идите туда. Это просто кошмар какой-то. Конфликт. Так, чат, смотрите, вы сейчас лицом вниз посмотрите. Не-не-не, не как в России. Не-не-не, ребят, в России куда гораздо полегче со всем этим делом. Ай-ай, ну-ка, не держите меня. Я сказала, не держите. Сейчас я все ей поясню, сморчу. Это просто жесть. Приват-карусель. О боже, я буду находиться на лошадке и снимать то, что вокруг. Я буду снимать тоже. Горы. А, да, подержи, пожалуйста. Нет, подержи вот еще телефон. Так вот, осторожненько. Только не закрывай, пожалуйста, пальцами камеру, да, спасибо. Ой, Аня, ты что, контент не делаешь? Ты ребенок упал, надо снимать это. Сейчас нас еще из-за ребенка загребут с тобой. В смысле? Аня, мы находимся в общественном месте, здесь разрешена съемка. Да я шучу. Что это? Короче, главное правило анистримов. Когда кто-то где-то падает, подскальзывается или еще что-то происходит, надо снимать. Ок. Даже если это я. Даже если это ты. Хорошо. Нам я нужно... учту. Нам нужно найти еще копалочку. Ну, пока поснимай, покажи там чуваку тыры-пыры. Тыры-пыры. Отвечай на вопросы чата. Я буду учить чатик, а не стрим. Подруге муж не нужен, нет. Вот так вот, чат, да? Она даже не выслушала предложение. Да. Сейчас я вас насажу на новую палку. Мы можем с тобой пойти в сторону рестика, там красиво. Сейчас разберусь. Красивым путем можно. Ой, блин, я не туда вас примотала. Черт, не в ту дырочку. У нас, как видишь, очередную ярмарку в честь Пасхи построили. Угу. Держи, пожалуйста. Вообще обычно на этой площади пусто. Ну, типа, ничего нет, вот этих ларьков всех нет. А вот оттуда с паркина можно сверху на веревке спрыгнуть. Можно, наверное, вверх, но... Осуждаю то, что сейчас было сказано. Осуждаю, не одобряю. Что осуждаю, не одобряю? Про вес веревки. Так, давай, эти. Так. Это Александр Класс, Денис Воблин. Все, насадили. Окей. Аня, как дела? Хорошо. Очень я рада Дину видеть. Взаимно. Тебе так, помочь? Держи вот что, это. Что делать? И втыкаем. Ай. Аня, есть дело, только тихо, ТЦ. Нужно Дине дать еще кофе и больше кофе, договорились. Что? Так. Я ничего не поняла. Ты ничего не поняла? Я еще не привыкла, видимо. Это ТЦ, это что вообще? Типа, так, Саша, не подговаривай, а ну-ка, я тут вообще все слышу. Дина, передай Ане, пожалуйста, что у чата есть волшебные часы. Не хочет ли она узнать об их свойствах? Что за волшебные часы? А не хочешь узнать о свойствах волшебных часов чата? Я не знаю.
подальше руку, чтобы нас обеих было видно. Анна, приятно познакомиться. А вы знаете, что коллега Дины по стримерскому цеху подарил ей волшебные часы? Дина Ничи. Короче, Ань. Так. Про волшебные часы. Ну, спроси у чата, типа, что за волшебные часы? Что за волшебные часы? То есть вы всем чатом, да, наваливаетесь? Дина в курсе. Да, но она мне не говорит. Очень смешно. Я думаю, куда бы мне этот огромный зарядник сунуть? А вот сюда он не влезет? Нет, он не влезает. А внутренних не было? Не-а. Внутренних ничего. Может, сзади? А блин, сзади у меня уже... Там телефон нужен. У меня все сзади, там сзади. А если я вот так? Что-то должно произойти с волшебными часами? Ну, я не знаю, Ань. Это уж как тебе повезет. Пусбэй, привет. Короче. О, карусель! Блин, как она меня разозлила вообще. Что это такое? Что за хрень? Вообще. О, чат! Очень бесячий. Ну, в Германии такой случай. Ну, вот у меня тогда было в Гамбурге, когда меня погнали погадать на кафе. Да. Короче. Что, пойдем? Нет? Эти часы показывают, есть ли на девушке нижнее белье. Так. В смысле, как они это делают? Чат, по-моему, вы запороли шутку. Да. И на Ане сейчас нет трусик. В смысле? Есть, вообще-то. Упс, они же спешат. Вот дети любят стримы. Так он не знает, что мы не снимаем, а историю про трусы. Ну, типа, это должно, конечно, не с чата происходить, а с мужчиной, значит, такой, типа, ну, они, значит, спешат немножечко, вот, да. Чат, мы запороли шутку. Ну, ничего, в следующий раз получится. В следующий раз! Так. Вот что бы у вас там только и делало, что звенело на вашей этой карусели. Вот так вам и надо. Блин, надо было к Веронике прибиться, нас бы с ней. Она же с ребенком, нас бы пустили. Боже, они все так боятся видеосъемки. Это жесть. Очень какая-то. Очень странно, почему? А что они думают произойдет, если их снимут на видео? Не знаю. А может думать, что от этого головы взрываются или что-то такое? Типа тебя сняли, и ты такой... Короче, уже который час? 6 часов вечера. Да. А на шар мы не успели из-за проблем с интернетом. Кстати, сейчас нормально все работает. Я знаю, что еще можно успеть сделать. И это наверняка может понравиться чату. Например? А ты почему отошла? Ты что, думаешь, что у тебя голова взорвется? Да, я теперь боюсь, что у меня взорвется голова. Ты становишься немкой, по-моему. Короче, спрашивают, Аня инстаграм-блогер? Мне кажется, это байт на Аня инстаграм. На самом деле, прежде чем ты назовешь свой инстаграм, ребята, у Ани есть телеграм-канал, как называется, Мэтт Берлин. Мэтт Берлин, да. А слитно? Мэтт, нижнее подчеркивание, Берлин. Да, вот, и она пишет про Берлин. И срочно идите, подпишитесь. Но я там пока мало пишу. Аня. Ну, я буду больше. Ну, там 35 человек, что мне там писать? Я и мои друзья. Боже, ладно, я надеюсь, что за время сегодняшнего стрима мы научим Аню байтить, а не вот это. Ну, я там почти не пишу, и там мало подписчиков. Ну, конечно, в общем-то, не стоит подписываться. Нет, стоит подписываться, я буду много писать тогда. Обещаю. Да ты уже нормально пишешь, там тексты большие, там даже с матом, значит, вот все, что вы любите, да. Короче, что я вам хочу предложить? Я вам хочу предложить посетить... Привет, Вика! Здорово, Вика! Я вам хочу предложить посетить одно из мест. Помнишь, Мерседес и Фольксваген выставочные? Ой, да, пойдем. Залы в центре города, там куча крутых тачек. Громче скажи, тут... Там бесплатный туалет. В Германии большая редкость. Ну, кстати, да, обычно там сидят тетки с блюдцами. И они ждут, что ты им туда положишь за посещение туалета. Так вот, делайте, пожалуйста, голосование. Мы отправимся в Volkswagen или в Mercedes.
находится рядом. Да. Так что, но в Мерседесе туалета нет. Туалет только Volkswagen. Серьезно? То есть те, кто посещает Мерседес, ходят писать в итоге Volkswagen. Нет, стрима в туалете не будет. Думаю, вы можете найти туалетные стримы где-нибудь еще. Да. На просторах Твича. Слушай, а мы на М6 не доедем? На М6? Ну, мы доходим. Ребят, не пишите в чат. Голосование сейчас отдельное за бабахают строк Оли. Прощай, карусель! Так а что, может, пойдем прогуляемся? Время-то еще 6 часов. Ну, мы... Не-не-не, мы прогуляемся. Я просто думала, если трамвай, то можно и на трамвае покатать. Господа модераторы, вы запилили голосовалочку? Ой, там кто-то подписался или продлился. Мне не видно, кто и что именно произошло, но спасибо вам большое. Да. А прямо мы не пройдем? А, ну да, точно. Давай прямо, я просто там уже проходил. Ти-ти-ри-тин-ти-тин-ти-ти-ри-тин. Иван Рябов, привет! Всем привет, кто к нам присоединился. Ребята! Ой! Ань, слушай, а с тобой часто знакомиться в Берлине на улицах или где-то вот в общественных местах? Не знаю, в кафе, в барах? Ну, бывает, да. Но я не скажу, что сильно часто, наверное, чаще, чем в России, но... Чаще, чем в России? Ну, мне кажется, чаще, чем в России. То есть они нормально идут на контакт? Ну, да. И как они начинают подкатывать помидоры? Как это происходит? Ну, по-разному. Ну, в метро обычно просто там, типа, рядом с тобой чувак садится, начинает там... Громче говори, пожалуйста. В метро просто рядом с тобой садится человек. Пойдем там, там красивая же. Я просто там проходила уже. А там уже была? Да. Просто садится рядом? Да, что просто садится рядом и как бы вот... Начинает проверять твой билет. Прям сразу знакомиться. Нет, один раз со мной чувак познакомился, спросил, что я читала книжку. Удивительно. Вот. А в барах, ну как бы в барах вообще все просто. В барах, ну как и везде, в барах знакомиться, типа, обычно. Так, так, так. Ой, там кто-то подписался, мне не видно кто. На H. Кто-то на H. Спасибо большое за подписку. Когда приеду обратно в Питер, все, посмотрю как следует. Тут в некоторых частях города почему-то какие-то бермудские треугольники для интернета. Он практически отваливается. Блин, Ань, как думаешь, какова вероятность, что мы найдем место для ужина, откуда нас не погонят метлой? Мне кажется, мы будем просто ходить и стучаться во все двери. Мне кажется, она равна, ну, если не нулю, то не намного больше. Блин, мне реально это так супер странно. 21 век, технологии, тыры-пыры, времена новых профессий. А ты не проверяла, существует вообще, может, какой-то закон есть? Ну, в общественных местах съемка разрешена. Ну, насколько ресторан считается общественным? А там уже на усмотрение. Ну, просто в Германии они же вот буквально там год назад обновили этот закон по безопасности данных. И там, типа, все очень ужесточили очень сильно. Может быть, с этим как-то связано. Чат сейчас может уши задувать. В смысле, я не поняла, где звук был от Паулера? Картинка была, звука не было от доната. Что за дела? Лисина врева. Зеверлдс без стример из Интаун. Subscribe на twitch.com/dinoblin. I say again. Dinoblin. DinoBlin. Пока-п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 ока-
звук куда-то съелся, а вот озвучка сама была. Ох, обертка, привет. И с собой не выгонят. Нормально сейчас по связи? Да, вроде нормально. Блин, я мысль забыла. Хотела вам что-то сказать. А, собственно, смотрим Струпол. Ваня, какие результаты? Ань, подержи, пожалуйста, ее очки надену.
Вон, кстати, это место, про которое я тебе говорила. The Reed. А что там? Там, я говорила, помнишь, что я там была на кофе, и мне там очень понравилось, там такой интерьер. Ой, я, кстати, сегодня тяпнула кофе вот в этом. В Бен-Рахиме? Ага. Он божественный, да? Ну, он я не особо разбираюсь хороший. В кофе, было вкусно, да. Он прям очень хороший. Хочешь воды? Мерседес, Мерседес, Мерс. Так, Вань, Мерседес победил. Окей, понятно, хорошо. Ну ладно. Плюс без туалета. Чат хочет Мерседес. Только бы там со связью было нормально. Погода сейчас 22 градуса. Спасибо. Что это? Нет, как ты посмела сказать про погоду, Аня? А ну-ка, забери свои слова такая, обратно. Знаешь, рандомная мысль просто. А ты знала, кстати? Осторожно, осторожно. Спасибо. Как светит-то? Смотрите, сейчас вас ослеплю. Это уже Брильнир-дом виднеется? Да, 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 да. Близко все расположено. Ой, твою мать. А. Вот странно, ребят, почему вы не хотите писать капсул, когда самое время писать капсул? А еще вот здесь находится клуб Нио или Рио. В общем, там раз в месяц проходят русские вечеринки. Я там один раз была. Было и очень как? Странно, потому что я не знала ни одной песни. Я надеялась на какую-нибудь трешатину, типа «Руки вверх». Но... В смысле трешатину? «Руки вверх»? Ну, топчик. В смысле, да. Ну, я имею в виду, что что-нибудь вот из этой серии. И, в общем, в итоге не было ни одной песни, которую бы я узнала вообще. А что было? Напой. Так я не знаю. Ну, то есть мне это вообще были незнакомые мотивы и слова, и какие-то непонятные люди там были. Ну, в общем... Я разочаровалась в русских вечеринках. Блин, я вот что волнуюсь, у нас сейчас 5% телефона идет зарядка. И не очень понятно, насколько новая банка побеждает разряд. Надеюсь, что побеждает. Должна вообще сильно заряжать. Капа, привет. Гомер, здравствуйте. Сердючки не было? Куда смотреть? Сердючки нет, сердючку я бы узнала. Куда смотреть? Дерево красивое, под цвет прям стены. Ну да, красивое. Как будто его покрасили. А, блин, опять лагучее место. Ань, вот скажи мне, почему такая жопа с мобильным интернетом? Потому что все плохо в этой стране с мобильным интернетом, а не только с мобильным. А почему с мобильным до сих пор все плохо? Не знаю, но они как-то особо не вкладываются в это. Ну, то есть... Как-то вот 5G у нас тоже тема номер один, но... А давайте споем. Солнце, свет и сердце, звук, робкий взгляд и сила рук, звездная часть моей на мечты. На заре! Заре! И голоса зовут меня на рай, заре! И голоса и зовут на меня... На заре! Голоса зовут меня... Спасибо, Саш. Спасибо. Кстати, двухэтажный автобус. Блин, мы могли бы остановочку другую подъехать. Но можно потом в обратную можно сторону. Можно обратно поехать, да. Чат, в обратную сторону. Может, прокатим вас на двухэтажном автобусе. И если повезет, займем самое крутое место. Вряд ли. Почему вряд ли? Ну, потому что выходной день, все гуляют. Все катаются на автобусах. Все катаются на автобусах, да. Это развлечение. Нариман, привет. Я вот сейчас пересадила со стаба на просто палку. Потому что нам нужна зарядка. Знаете ли. Там упирается прям в попу. Удивительно, что производители это не продумали. Не азиалия. Они вкладываются вместо этого в медицину и образование. Ну, ребят, вы действительно думаете, что медициной, образованием и развитием интернета занимаются одни и те же люди? Более того, я скажу вам, что медицина здесь так. А расскажи, кстати, вот про свой опыт. Ну, очень сложно найти врача хорошего, потому что... Мужчина, вы не могли бы не трыкать? Так? В
сложно найти хорошего врача. Пойдем, перейдем в эту сторону. Потому что, ну, все ищут только по отзывам, по сарафанному радио, потому что много очень частных клиник, ну, не частных клиник, а маленьких таких, типа, как, я не знаю, кабинетов медицинских. И они все как-то не очень так ответственно к этому относятся, какие-то у них такие поверхностные знания. И я уже не раз, ну, у меня много там здесь знакомых, кто говорил о том, что, ну вот, там я сходил к врачу и в итоге поехал в Россию, потому что вот мне здесь ничем не смогли помочь. А это какие случаи, например, были? А, ну, там вот... Громче, громче! Девочка знакомая у меня болела, там, по женской части, скажем так. Вот, и она здесь ходила там к трем или к четырем врачам, и ей вообще ничего, вот ей даже диагноз не ставить. Ого! И здесь я, ну, тебе, я помнишь, рассказывала, когда я ходила на УЗИ? Ты только подробности не углубляйся. Да-да-да, вот. Ну, короче, мне там, типа, насчитали, что мне нужно лечение, которое стоит а-ля там 3000 евро. Я как бы не уверена в том, что это мне нужно. Потому что, мягко говоря, ну, я ходила вообще для профилактики просто так. Так, а ну, по итогу что ты решила? Ничего не решила. Я решила, что 3000 евро я могу потратить на что-нибудь другое. О, здоровье подождет. Да-да-да, подумала. Не, ну то есть вот здесь, например, все еще к стоматологам тоже очень так относятся. Ну что вот прям ходят к стоматологам только тех, кого рекомендуют знакомые, потому что тоже много, ну, могут там поставить пломбу дорогую, ненужную, или там у кого-то там пульпит пропустили. Ну-ка, вот как-то здесь вот все такого мнения о медицине здесь не самое высокое, не самое лучшее, скажем так. Так, ребят, мы сейчас на Унтерден-Линден, одной из самых туристических улиц. Это наш местный Невский. Вот здесь можно сделать монетку из евро. Вы сделаете просто сувенирную монетку. И вот здесь тоже. Вы расплющите. Видите? А тут можно какую-нибудь маленькую? Ага, тут евро нужно. Ну, можно развлечь чат, если вы сочтете это развлечением. Да-да-да, Унтерден-Линден, значит, под Липами. На Сисяй, привет. Чат, хотите монетку сделать? Хотите? Точно, кстати, и приложу к набору сувениров ее. Как вам такое? Давайте голосовалку делаем, монетку? Да нет. Напомню, ребята, что сегодняшние три топ-донатера получат от меня посылки с открытками, магнитами, конфетками и стикерами. Все из Берлина. На рельсу положить монетку. Это вообще-то опасно. А вот, кстати, двухэтажные бусы. Че говоришь? Ясно. Ребят, запилите голосовалку, модераторы. Вряд ли, конечно, у нас будет много нетов. Да, уже Эль быстро запилил. Давайте буквально минуточку голосовалку. Ой, блин. Меня пугает, когда рядом чихает. Я пока найду... Так, мне нужно евро и 5 центов. Где мой кошелечек? Фак, а я убрала кошелек? А я не забыла кошелек там? Блин, ребята. Где Аня? Аня, можешь подержать? Держи как-то. Вот так. Слушай, ты не помнишь, Аня, куда я делала кошелек после ситуации у карусели? После великого карусельного противостояния. Ты его куда-то убрала, ну и вот, блин. Блин, его нет. Все, нашла. Слава богу. Блин, я как подумала, что сейчас эта тетка еще разжилась моим кошельком. До сих пор зла на нее. Так, 5 центов у меня есть. А сколько надо? Евро и 5 центов. Слушай, Ань, твое дело? А у тебя случайно нет? Евро. Сейчас посмотрю. У меня, по-моему, есть... Да, должен быть. Гопанули Аню на евро. Вот так держать. Вот встретимся, погуляем, поужинаем. Сейчас пойдем ужинать, и оказывается, что еще что-то нужно. Чат. Вань, какие результаты голосовалки?
ПЧНС, привет. Спасибо. Что, делаем монетку? Давай уже сделаем. В смысле? Я не могу просто так взять и сделать, потому что это тематический стрим, Анна. Подписчики управляют моим стримом. Это значит, что я делаю... Нет, дай мне так говорить, что я делаю голосование. И зрители решают. Да, делаем, ладно. Короче, а можешь потерять мой рюкзак? Ага! Итак, куда надо сувать? А как ты думаешь, куда в какую дырку? Что в какую дырку? А, тут, смотри, нарисовано. А, вот, вот инструкция. Слева евро, справа 5 центов. Погнали. Чат, не путаем. Евро, 5 центов. Ну что? Задвигаем. А, спасибо. И теперь я кручу. А что-то больно легко кру... О, пошло дело! Поснимай, плиз. Блин, этот провод. Опа. Ich bin ein Berliner. Класс. Вот, что получилось. Она еще тепленькая. Расплющили мои 5 центов. Вот они, смотрите, такие сплюснутые. Смотрите, это 5 центов в формате пипега. Они типа спешат куда-то. Ich bin ein Berliner. Между прочим, первый раз в жизни сделала такую монетку. Ань, подержи, пожалуйста, уберем. Держу. Пока можешь поснимать ответ. Вот некоторые немцы дружелюбные. Ну ты не знаешь, вы немцы или нет? Ну, кстати, да, здесь, скорее всего, не немцы. Причем тут Кеннеди? Хороший вопрос. Мама. Кошелек убрала. Так, куда я делала кошелек? Да, сейчас. Как я замечала, лучше всего к съемкам относится Великобритания. Ну, я могу судить по Ютубу в сравнении с теми же американскими видосами. Британцы вообще спокойно используют формат интервью, не замазывают лица и т.д. Ну, конечно, Евроз просто так сожрали. Надо же за это что-то заплатить. Блин, меня очень напрягает, что у нас телефон не заряжается. Вообще не заряжается? Банка не побеждает разряд. И это очень странно. Ребят, банища покупала специально, чтобы она побеждала разряд. Как бы у нас сейчас сядет все к чертам собачьим. Будет не очень. А второй телефон? Ну, я стримлю с этого. Второй телефон, это резервный для интернета, для мессенджеров. Пым-пры-пы-пым. Так, а нам еще далеко до этого? Ну, так, прилично, Мерседеса. Минут, наверное, 10 точно. Нужно пить воду, Смарч. Я уже попила, Саш, спасибо большое. Как раз попила. А если я переключу в другой? Не-не, попробую в другое гнездо. Попробую в другое гнездо. Кролик, привет! Всем привет, кто к нам присоединился. Мы сейчас направляемся к, как назвать, выставочный зал или галерея Мерседеса, не знаю. Ну да, галерея Мерседеса. Там прям вся история марки и выставлены классные автомобили. Там можно тачку в кредит. Я даже как-то... Тачку в кредит? Ну, взять Мерседесу, там, который стоит, там даже написано, сколько это будет стоить. Много. В смысле, чат, я не поняла, это он нам сказал?
Натуха, спасибо большое. Спасибо большое. Фаину нам вызвал. Это Берлинский собор, Берлинердом. Это вот дама фотографируется напротив собора. Я и собор называется. Ой, мы фото сейчас испортили. Ничего страшного. Мне кажется, мы не единственные. Река Шпре. Ай-яй-яй. Здесь где-то обычно торгуют шапками-ушанками. Еще. Не сезон, мне кажется. Хотя они, наверное... Чего? Он сказал Дина? Мне тоже так показалось, но это, наверное... Вы тоже слышали? Это турецкая свадьба. Ого! Вот это а, выглядит опасно. Чат, свадьба, пипега. Воу, ты правильно опознала прям. Ну так они, только они так здесь делают. Я еще один раз видела, как они остановились вот так посреди дороги, невеста вышла и по шоссе расхаживала. Ого! Было весело. Ну, мне было а весело. А да, вон они припаркованы, смотри. Они, наверное, сейчас фоткаются где-то ходят? Наверное. Можно прибиться к свадьбе. Хотя, мне кажется, они что-то заподозрят. Да-да-да. Горько! Горько! Погудят.